Самарской области проживает более 1700 больных рассеянным склерозом. Это болезнь молодых. Она поражает людей в возрасте от 12 до 35 лет. Рассеянный склероз – одно из самых тяжелых заболеваний центральной нервной системы. При отсутствии диагностики и лечения приводит к необратимым последствиям. Медики отмечают, что помимо медикаментозного лечения, больным необходима полноценная социальная реабилитация. Первый в России общественный центр семейной реабилитации инвалидов открылся в Самаре 3 года назад. Здесь проводят занятия по социально-бытовой и психологической реабилитации, адаптивной физкультуре, работают группы общения и взаимопомощи. За эти годы в центре даже появилось 3 новых семьи. Самое главное, что хотелось бы отметить, что люди не одиноки здесь. Что мы преследовали, цель самая первая – исключить вот этот фактор одиночества. Потому что человеку трудно, когда он здоров, быть одному, а когда он болен, труднее в 2 раза.